Друзья, привет! У нас сегодня видео-распаковка. Если вам кажется, что такой формат видео довольно интересен и полезен вам, пишите обязательно в комментариях. Сегодня к нам приехало очень-очень-очень много фурнитуры для нижнего белья и кружева. Из этого всего можно шить потрясающие комплекты, очень яркие, красивые оттенки, сочные. Так что сейчас по очереди будем все распаковывать и показывать вам сразу. Так, давайте начнем вот с этого неонового салатового цвета. Он очень актуальный в сезоне. Все яркие неоновые оттенки сейчас очень популярны и потрясающе будут смотреться как с такого же цвета кружевом, так и на каком-нибудь контрасте, например, на черном. Смотрите, резинка очень хорошо тянется, она мягенькая, отлично подойдет для обработки срезов нижнего белья. Так, очень красивая резиночка. Буду немножко шуршать вам в кадре, но вы уже простите. Технические такие моменты рабочие. Так, дальше идет цвет желтенький. Тоже такая же резиночка, очень мягенькая, желтого цвета. Так, есть вот этот василек. Чуть-чуть вам достану. Мягкая, очень хорошо тянется. Так, бирюза. И голубой цвет. Тоже такого же формата. Так, дальше у нас бежевая резиночка, ярко-розовая, темно-синяя, оранжевая и черная. Это отделочная резинка, тоже хорошего, прекрасного качества. Она довольно плотная и упругая. Лицевая сторона немного вот тут рифленая, фестончики красивые, и с обратной стороны бархатистая. Бархатистая, она очень удобная для трусиков, а также для окантовки бюстгальтеров или каких-нибудь топов. Очень яркая, красиво будет сочетаться с черным цветом. Такая же резиночка есть черного цвета, и такого молочного, темно-синего и бирюзы. Цвет бирюзы. Также винный. Это новый цвет. У нас раньше его не было. Красивый такой винный. Даже можно было бы сказать Viva Magenta. Бежевая резиночка. Бежевая. Нежно-розовый цвет. Красивый-красивый, не передается, к сожалению, на видео, но он такой вот, вот так вот больше. То есть он прям очень нежно-розовый, девочка, вот такой классный цвет. Красная резиночка. Бархатная изнанка, немножко рельефная лицевая сторона и фестончики блестящие. Так, поехали дальше. Это у нас бретелька. Бретелька, смотрите, черного цвета. Она гладкая с лицевой стороны. С изнанки есть небольшой ворсик. Она в меру тянется, то есть самое то, что нужно для пошива бретелей, для изготовления бретелей. Также эта резинка хороша будет для изготовления стрэпов, пояса для чулок. Очень хорошая, качественная. Такая вот такая же бретелька, но яркого неонового цвета. Все 10 миллиметров. Пока все, что мы показывали, это где-то 10-12 миллиметров. И оранжевая такая резиночка для бретелей. Молочная. Она немножко отличается. Такая рельефная, но уже не такая блестящая лицевая сторона. И мягенькая изнанка. Она молочного цвета. Это не кристально, не чисто белый. Такая более блестящая. Это вот к такой резиночке. То есть вот этот комплект будет хороший. То есть он в том-том идет. Яркий салатовый. У нас вот много кружева яркого. Потом покажем. Вот такой уж красивый оттенок, такой джинсовый цвет.
окантовочные резиночки. Яркий красный оттенок. Она 2 сантиметра. Мягенькая матовая резиночка. Хорошо тянется. Прекрасно будет для обработки срезов. Вот такой морской цвет. Темная бирюза. Есть темный вот такой синий цвет. Вот эта вот резиночка будет в тон к ней. Вот это. Вот черная. А черная совсем тоненькая. Это где-то 1,5 сантиметра. Есть ажурная. Тоже окантовочная отделочная резиночка. Ажурная, красивая, очень нежная. Нежненькая. Смотрите, какие фестоны. Красивые. Хорошо тянется. Мягенькая. Да, подойдет для отделки трусиков. Из таких мелких резиночек у нас есть вот такая отделочная с маленькими фестончиками. Бретелька. Красная. Темно-синяя бретелька. Так, отделочная резиночка такого пастельного желтого цвета. Вот еще нежно-розового цвета. Ажурная. Так, у нас еще есть очень классная тональная лента. Смотрите, тональная лента. Она не тянется. Она довольно плотная. С изнаночной стороны бархатистая. Она тоненькая. Вот сравните, есть вот такая, а есть у нас еще черная. А черная будет больше такая пушистая, однострочная. Тут сверху идет строчка, она сама по себе такая пушистенькая. Смотрите, да, видно. Здесь немножко даже ворсинки видны, но она потолще. А вот эта супер гладкая. Супер гладкая и супер тонкая. С изнанки она комфортная, бархатистая слегка.